Какая тысяча? Орех! Еще требую извинений. Какая тысяча с ультраконтейнеров? Ребятушки, новый сервер у товарища BG17, поэтому залетаем, заходим, ссылочка на него будет в описании, я у нас на этом серваке тоже, кстати, присутствую, поэтому можете со мной здесь пообщаться, вот, да и в общем-то и все, ссылочка на этот сервак будет в описании. Всех жду. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. Сегодня мы с вами играем в танчики. И здесь обалденный гаражик. Ё-моё, ну вот за это реально просто офигеть. Какая красота, какое красотища. Я просто ошалел. Я, если честно, зашел в танчики онлайн. И у меня первые слова были... Охренеть. Ну, это прям реально выглядит, не знаю, как вам, но мне прям очень сильно понравилось, очень круто, соответственно, нарисовано. Шарики, конечно, немножко квадратные, но это, как говорится, это не беда. Это не беда, потому что и так получил, блин, тортик такой еще вкусный. Прям хочется, знаете, кусмяру от него откусить. Вот поставьте лайк обязательно под данный видеоролик, кому понравилось это оформление. И напишите комментарий, понравилось вам или нет. И что вообще думаете по этому поводу. Короче... Что у нас здесь с вами? У нас с вами, соответственно, опять появились извинения. Да, у нас опять появились знак извинения. Вот эта вот миссия, которую я вроде на этом аккаунте, да, уже забрал. И, соответственно, давайте посмотрим, поглядим, что же мне из этого дела выпадет. Буду я забирать на видосик, наверное, на трех аккаунтах это извинение, а потом вне ролика еще у себя позабираю, потому что у меня, ну, много аккаунтов имеется. Но мне самое интересное, что выпадет у меня на основе и, соответственно, на аккаунте без доната. На любых других аккаунтах, в принципе, мне там не важно, что дропнется, просто, как говорится, я у нас жидяра, который хочет это все себе позабирать. Краска лесник, одобряю такие мувы, и фиолетовое свечение, кровавый, это... А, блин, на этом аккаунте у меня же ничего толкового и не может выпасть, вроде бы, с ультраконтейнером, насколько я знаю, да? Да, краска свинец нам падает. Ну, в принципе, намасте, намасте, намасте. Спасибо большое. А мы отсюда выходим, сразу перезаходим, наверное, на свой основной аккаунт. Кстати, ребят, не забывайте залетать, заходить и забирать, соответственно, эту компенсацию. Потому что, как я понимаю, разработчики у нас извинились еще раз за что-то. Возможно, за вот те вот микролаги, которые были после, соответственно, этого извинения. Может быть, там у них что-то залагало. А вот, поэтому, если у них что-то залагало, то побыстрее. Заходите и забирайте себе это все дело. Так, окей. Мы с вами, наверное, давайте сперва заберем на аккаунте своем без доната это извинение, да? Да, давайте вот так вот сделаем. Вот так мы, соответственно, заберем. Я не знаю, может быть, это все дело пропадет, поэтому я на всякий пожарный зайду себе еще на основной аккаунт. На основном аккаунте тоже это все забираем, потому что мне это все надо. Мне это надо, да-да-да. Да, именно. О, новые заданки появились. Да ты что, да ты что. Сегодня будем, соответственно, выполнять все дело. Так, аккаунтик мой без доната. Сразу залетаем в магазинчик и, естественно, покупаем там еще у нас одну... штучку под названием контейнер обыкновенный и заходим, соответственно, блин, у меня уже 660 танкоинов, а мне еще 40 танкоинов нужно где-то накочегарить, и я, по идее, могу себе беспроблемно взять и приобрести боевой пропуск, только нужно будет посмотреть, что мне там нужно на этот БП. Скорее всего, я у нас буду ждать что-нибудь буду ждать, скорее всего, на пушечку, может быть. Так, ладно, давайте здесь мы с вами будем открывать по одному. Так, минки, повышенная защита, не то. Кристаллики, в принципе, нормальная тема. Уж кристаллики мне на этом аккаунте нужны, я здесь собираю себе новую пушку. Ну, какая тысяча, орех, еще требую извинений. Какая тысяча с ультраконтейнеров? Ну что, самый неудачник? Кому еще выпала тысяча? С ультраконтейнера. К слову, этот дроп у нас самый-самый вообще минимальный. Если он падает, то вы, значит, прям лошара лошанская. Как примерно я.
Так, но пока ничего выше мне синего свечения на этом аккаунте не падает, что очень грустно и очень печально. Хотя, в принципе, сейчас у нас многие, я так думаю, открывают эти ультраконтейнеры. И фиолетовое, и это у нас 25 тысяч кристалликов. Ну, я по факту сам хотел здесь у нас кристаллы, да? Хотел кристаллы, получай кристаллы. Так, на этом аккаунте, в принципе, я вообще ни на что не рассчитываю, потому что мне здесь у нас не падает от слова совсем. Поэтому здесь, я так думаю, даже буду открывать по каких-нибудь 5 контиков, а потом сразу откроем еще трешечку, чтобы было хорошо, чтобы было 26 у меня еще есть. Ну ладно, давайте. Сперва откроем ультраконтейнер, потому что они у нас более-менее интересные. Кристаллики, повышенная защита, синее свечение, кстати, 100 ремочек и x2, естественно, давай x3. Золотое? Только не 100 тысяч. Хорошо, хорошо. Почему хорошо? Потому что вот если бы мне выпали 100 тысяч, это было бы грустно, это было бы печально. А золотое свечение, в принципе, плюс еще одна анимешка, это нормальная тема, нормальная штука. Опять x2. Ну это и фиолочка, ну может как раз 25 тысяч кристаллов. У меня там куча еще есть устройств, которые мне могут дропнуться. Но это так, держу в курсе. Так, ну и с этого, естественно, мне у нас ничегошеньки не падает. А здесь мы, к сожалению, с вами откроем только по одной разу, по пятнашке, потому что я здесь у нас, в принципе, это все дело коплю. Хотя, чё, мы же у нас с вами ролик записываем, правильно, правильно. Поэтому давайте, как говорится, еще с вами сделаем открытие всех оставшихся контейнеров. Там мне 4 не хватает, в итоге я открою еще 11 и посмотрим, поглядим, какое говнецо мне с этих контейнеров дропнется. Ну, скорее всего... Максимум у меня будет синее какое-нибудь, да? Да, максимум у меня здесь синее. И давай еще 11 ящичков, чтобы, как говорится, было хорошо, чтобы, как говорится, было отличненько. И, в принципе, на этом мы с вами заканчиваем. Так, 3, 4, 5, давай, 6, 7, 8, 9, давай, 10 и последний x2. Обожаю. Ну ладно, в принципе, это у нас халявные, соответственно, контейнеры, которые дали опять у нас в знак извинения. Не знаю, правда, до чего у нас разработчики извиняются до конца, не понял. Возможно, опять из-за каких-то лагов, которые были непосредственно уже после изменения. Так, а здесь у нас мне нужно набрать по 1000 очков в каждом режиме, да? А, так это у нас вообще легкие заданки. Нужно попасть в топ-5. Даже не в победившей команде, а просто. Ой, не в топ-5, а в топ-3 5 раз нужно попасть. И по 1000, соответственно, в каждом режиме. Фу, так это вообще халява. Это вообще халява по факту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, мне 6 битв сыграть, и все заданки у меня выполнены, потому что я у нас всегда попадаю в топ-3. Неважно, какая команда у нас проигрывает, выигрывает. В принципе, это делается у нас на изи-пизи. Так, здесь мне нужно еще завершить 3 боя, и здесь мы с вами заберем. Ну, нормальную такая тема, нормальная штучка, и еще, соответственно, 130 танкоинов мы с вами заберем. Блин, ну, вот эта вот тема прям выглядит очень зачетно. Мне прям нравится. Блин, ну, я не знаю, давайте... Давайте я еще на один аккаунтик зайду, на своего, соответственно, мульта, которое ВВ Айдер. На него, соответственно, тоже зайдем и откроем еще там компенсацию. А вдруг, соответственно, пока я у нас буду это все дело монтировать, пока буду это все дело рендерить, у нас возьмет и эта компенсация проходя. Вроде как новость есть в официальном, соответственно, дискорде Танков Онлайн. Не знаю, в группах у них там что-то есть или нет. Но здесь, кстати, у меня уже тоже, знаете ли, достаточное количество танкоинов, по идее. На этом аккаунтике я у нас тоже могу себе что-нибудь доприкупить. Так, давай сюда и давай сюда мне это все дело тоже. Немножко, 30-очки не хватает мне ультра, ой, не ультра, а танкоинов, чтобы это все сделать красиво. Но окей, хорошо, хорошо. Открываем недельный, потом обычный и потом, соответственно, по одному, наверное, будем с вами открывать еще ультра контейнер. Хотя вроде по 5 я открывал, по 5 как-то падает, не знаю, поудачнее. Либо мне просто так повезло. Скорее всего, мне так повезло, потому что нет никакой, соответственно, схемы. Как ты открываешь по одному или по 5, всегда падает мне, по крайней мере, дерьмецо полнейшее. Но если здесь у нас сейчас выпадет красное свечение на этом аккаунте, Hopper МК1, ага, вот, то давайте я вам разыграю в данном видеоролике еще какой-нибудь боевой пропуск. Ну давай,
забайтил прям конкретно. Нужно. Нужно ребяткам у нас взять и подарить что-нибудь вкусненькое. Давай, давай боевой пропуск подарим. За себя это... Я на этом аккаунте один фиг не играю, поэтому можно здесь дропать любое красное свечение. Золотое, кстати говоря. Неплохо, неплохо, неплохо. Краска туманность. Офигительная краска. Кстати... Я помню какой-то челлендж тоже покупал чисто только из-за этой красочки, потому что она мне прям очень сильно понравилась, очень сильно зашла. Ну и, естественно, его проходил тоже из-за этой краски. Так, а фиолочки у нас будут? Можно? Да, фиолочка. Золотое и фиолочка. Ну, 25 тысяч. Ну, ты издеваешься. Здесь у меня вообще дофигища чего нет. Ты посмотри. Открываем. Куча красных. Куча золотых. Просто очень много золотых. Куча фиолетовых, там красочки всякие, цвета выстрелов, дроны, устройства, смотри, сколько мне может здесь выпасть, потому что я на этом аккаунте у нас толком никогда и нигде не играю, поэтому, ну, как-то подозрительно, как-то немножечко подозрительно. Ладно, буду уже выпускать данный видеоролик, чтобы вы зашли, удивились, поглядели и, соответственно, забрали себе компенсацию. Поэтому, кому понравился данный видик, обязательно ставьте ему свои царские лайки, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер, всем пока-пока.